Всем доброе утро. Лейла что-то с утра происходит. Ходит, ложится, встает, тужится. Не знаю, что это такое. Колики или что, не знаю, но что-то не то. Сейчас потрогаем живот и посмотрим, будет ли. Маквин, уйди от нее. Лейла наша что-то прихворала. Ложится, встает, тужится. Мне кажется, колики у нее. От чего могут быть, не знаю. Вот легла. Лейла. Лейла. Подмышки потеют. Это, мне кажется, 99% колики. Пока живот не кусает она себя, обычно, когда живот кусает, они показывают, что жалуются на живот, боль в животе. Лейла, что с тобой, моя девочка? Все будет хорошо. Если что, мы сделаем тебе уход. Да, Лейла? Все будет хорошо. Маквин беспокоится, здесь ходит. Давай, вставай, Лена, вставай, вставай, моя девочка. Поведение вот такое у нее. Роет, ложится, встает. Когда глажу живот ей, она выдыхает. Как будто я хорошо становится. Вот сейчас поднял я ее. Снова хочет ложиться. Вот так. Легла. Заболела девочка. Девочка заболела. Лейла. Вставай. Не надо ложиться. Животик болит, Лейла. Да? Лейла, болит у тебя животик? Всем доброе утро. Еще раз ассаляму алейкум алейкум. Дорогие уважаемые братья, сестры, родные, близкие. С Лейлой все хорошо. Сам тоже перепугался немножко с утра. Зашел сюда к ним. Подошла ко мне и прям возле меня легла она. И таким взглядом посмотрела. Ну помоги, помоги мне. Вот. Начал гладить живот. Я думал, может сейчас она дернется. А вот когда живот им трогаешь, они, ну, неприятные им бывает, когда колики, вздутие живота. Ну, в общем, сделал укол. Вот, извините, конечно, за тонкости. Лейла наша пописала, попукала, попрыгала. Подошла к Маквину и, в общем, сказала ему: дорогой, я на ходу. Вот, он тоже счастливый. Лейла! Лейла! Или действие укола, или чего, не знаю, но такая спокойненькая. Маквин тоже кайфово, радуется. И я вообще подпрыгиваю аж от радости. Всем спасибо, ребят, очень приятно, что тоже переживаете вместе со мной. Огромное спасибо. Дай Бог всем здоровья. Тоже не болейте. И пусть питомцы ваши не болеют. Никто, чтобы не болел. Улыбаемся, радуемся. Прыгаем от счастья. Спасибо. Завтрак чуть-чуть опоздал у них, но... как обычно, как всегда, вместе завтракают. Вот, если лошадь ест, значит все хорошо. Бывает, когда лошадь болеет, она не ест, не пьет. Даже на самца не смотрит. Или самец на самку. Какие-то лампочки бывает до всего. Да, Лейла?
Напугала ты нас, напугала. Больше не пугай, папу, больше не пугай. Вот, Маквин тоже обкакался, когда ты заболела. Едят охотно, аппетитно. Молодец, Лейла, молодец, молодец, молодец. Нельзя, чтобы животик болел. Давай, давай, Лейла, беги, беги, Лейла, беги, давай. Вот так она играться любит. Давай, Лейла, беги. Это жеребец тоже, когда начинает бегать, начинает, думает, она в охоту пришла, что ли. Давай, Лейла, давай, беги, Лейла, беги. Молодец, молодец. Моя S-класска. Маквин, нет-нет, пробует. Лейла, ма, иди, иди, иди сюда, ма. Лейла, иди, иди сюда, Лейла, иди, ма. Ма, идем, 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 идем. Не ты, Лейла, идем, 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 Лейла, идем. Моя хорошая девочка. Чё? Вот такая любовь.